Приветствую вас. Давайте разберем наш вопрос. Полгода назад прожила с мужем, вышла из зависимых токсичных отношений. А сейчас пытаюсь строить новые отношения, но понимаю, что стало очень бесчувственным. В чем причина? Причина в травме, в непрочитанных эмоциях. Вы это называете окаменели. Вот, окаменение является, в принципе, защитной реакцией на какие-то серьезные, тяжелые переживания, потрясения. Вот, и, соответственно, бегство от эмоционального реагирования для того, чтобы защитить психику. Со временем ваша чувствительность будет повышаться, но если не заниматься психотерапией, происходить это будет абсолютно неподконтрольно, стихийно и, возможно, даже деструктивно. Кроме того, то, что вы описываете, является правдой, и, соответственно, вы можете продвигать посттравматическое поведение, вот, которое также не полезно для ваших новых отношений. Кроме того, то, что вы были с зависимым партнером, говорит о том, что вы созависимы, и вам необходима терапия для созависимых. Для того, чтобы в новых отношениях вы сохранили свою идентичность и свое «я». Вот, все это необходимо делать, все это необходимо прорабатывать. А есть причины, по которым вы оказались в отношениях с зависимым. Это, как правило, заниженная самооценка, стремление к контролю и страх одиночества. Соответственно, со всеми этими вещами нужно работать, да? Вот, необходимо учиться быть слабой, необходимо учиться говорить о своих чувствах, необходимо работать с личными границами, вот тогда вам в отношениях будет хорошо. То, что вы вышли из отношений, вы большая молодец, но как бы определенно работа над собой вам еще предстоит. Вот, как-то так. Всего самого доброго, удачи, обращайтесь.